Выручка меньше, затрат больше. Как факт, тает налоговая нагрузка. Суд в Бобруйске рассмотрел уголовное дело в отношении директора компании «Дикий мед». Мужчину обвиняли в уклонении от обязательных выплат. Сумму насчитали больше 80 тысяч рублей. Итог – полтора года ограничения свободы. Материалы проверки финансовой милиции показали, что в течение трех лет с 2012 по 2015 на предприятии сознательно занижали цифры выручки кафе «Дикий мед», однако при этом завышали стоимости понесенных затрат. Получалось выгодно для директора, но в ущерб государственным интересам. Работниками Бобруйского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований проводились проверочные мероприятия в отношении частного предприятия «Дикий мед» на протяжении года. По результатам налоговой проверки были установлены факты искажения бухгалтерской отчетности о том, что директорам предприятия, неоднократно работникам бухгалтерии давались указания о занижении сумм выручки, отражение в налоговых декларациях недостоверных сведений, которые им же впоследствии предоставлялись в налоговую инспекцию города Бобруйска.